Ключевская сопка. Самый высокий и активный вулкан в Евразии. Его последнее извержение произошло в 1994 году. Подножие вулкана со всех сторон окружено боковыми конусами и кратерами. Во многих из них образовались вулканические озера. Центральная часть полуострова пересечена двумя хребтами, срединным и восточным. Между ними протекает река Камчатка. Ее берега и склоны гор покрыты таежными лесами с богатым животным миром. В реке Камчатки во время нереста заходят несметные стада лососевых рыб, которые становятся легкой добычей бурых медведей.